Этот хворост родом из Индии, называется джалеби. Обычное дело видеть, как готовит хворост прямо на улице, так как готовится он очень просто и быстро. Рецепт очень прост и особых комментариев не требует. Главное, хорошо организовать рабочее пространство, чтобы все было под рукой, все готовится очень быстро. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте продукты в соответствии с рецептом. Просейте муку в миску. Добавьте в муку соль и разрыхлитель для теста. В муке сделайте углубление, влейте кефир или натуральный йогурт. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Влейте 150 грамм воды. Размешайте тесто до однородной массы, миксер здесь не требуется, тесто должно быть как густая сметана. Накройте миску с тестом пленкой и дайте отдохнуть минут 30. Пока выстаивается тесто, займитесь сиропом, влейте в миску воду, всыпьте сахар, добавьте лимонный сок и варите после закипания 7 минут. Немного охладите готовый сироп. Подготовьте бумажную салфетку и кулинарные щипцы. Подготовьте одноразовый кондитерский мешок для теста и зажим для мешка. Если такого мешка нет, можно взять обычный полиэтиленовый пакет. Перелейте тесто в кондитерский мешок. Подготовьте еще тарелочку, в которую будете класть пакет с тестом во время других манипуляций. В сковородку налейте растительное масло и хорошо его разогрейте. Срежьте у мешка кончик и выдавливайте тесто в масло в виде концентрических колец. Готовый хворост выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Затем берите кулинарными щипцами хворост и окунайте ненадолго в сахарный сироп. По желанию можно посыпать в это время кунжутными семечками, позже они не будут прилипать, так как сахарная глазурь будет застывать. Получилась такая горка вкусного хрустящего хвороста красивого янтарного цвета. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Масло растительное, 250 грамм, сахарный песок, 200 грамм, кефир, 60 грамм, или натуральный йогурт, разрыхлитель теста, 3 грамма, мука пшеничная, 120 грамм, вода, 275 грамм, 125 грамм, в тесто, 150 грамм, в сироп, лимонный сок, 1 чайная ложка, соль, 0,5 чайных ложки, кунжут, 10 грамм, по желанию, количество порций, 4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Заходите снова.